это осянка. То ли она тут разных видов представлена, то ли разных возрастов. Но смысл в том, что она наркоту выделяет, парализует жертву, пищу свою. И дальше уже переваривают. Вот на этих тонких волосках как раз эта наркота и находится. И, кстати, листья росянки применялись в медицине. Так, как я поближе показать. Симпатичная такая.